Ежегодно в нашей стране жертвами сексуального насилия становится около 150 тысяч детей. Какие действия необходимо предпринять государству и общественности, дабы избежать этого? Для решения данного вопроса председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов провел видеоконференцию с экспертами. Несмотря на все ужасы, я называю вещи своими именами, в нашей судебной системе, я все-таки склоняюсь к тому, что иной меры, как смертная казнь за вот такие насильственные действия, не избежать. Эксперты согласились с политиком. Кроме того, необходимо вернуть психиатрическую помощь и стационары, чтобы такие люди состояли на обязательном учете. Не хватает также просветительской работы в школах. Осень, зима, ну зима сейчас боксы, осень, весна, всегда обострение. То есть надо проводить профилактические меры в обязательном порядке, на государственном уровне тоже это должно быть. Еще одна проблема – боязнь жертв обращаться в правоохранительные органы. Мотивация отказа – страх, стыд, а также неуверенность в том, что следователь сможет найти педофила. Второй момент – это отсутствие квалифицированной психологической помощи жертвы сексуального насилия. И тут я согласна с Марией, что такая история должна субсидироваться государством. Сергей Миронов предложил специалистам сотрудничество в разработке законодательных инициатив, а также обещал оказывать поддержку в развитии всероссийского движения «Сдай педофила».